Слушай, ну сегодня какой-то чел 3000 скинул, прикинь. Это вообще, блядь. Слушай, ну сегодня О, какой-то чел 3000 скинул, против прикинь. меня чел тоже с ником Twitch. Это вообще, блядь. Так, надо заролить. Быстрее, блядь, еще. Я тут. Ну, роль, блядь. Да, 5600 похвал, 6000 матчей. Властелин 3. Проверь, ща дам мид, брат. The Imperial Flash. Ну-ка, он стримит за лупа это, блядь. Ну-ка, The Imperial... Как я там сказал, The Imperial... Я не понял. The Imperial, блядь. Imperial Flash. Imperial Flash. The Imperial Flash. О, да, нихуя он стримит за лупа, блядь. Да, он стримит, надо его выебать. Правда, его тоже только один человек смотрит. Там чел... Там чел инвокера взять хочет. Мы бы на пудже поиграть. Ты, кстати, когда ты играл, когда я у тебя на стриме был, выиграл, проебал? Проебал. Так у меня инвокер руйнер, тинер руйнер, как там выиграть, блин. Я там так... Ты, кстати, когда ты играл, когда я у тебя на стриме был, выиграл, проебал? Проебал. Так у меня инвокер руйнер, тинер руйнер. Кого тут брать? Ладно, возьму поджар, вот так. Ты, кстати, когда ты играл, когда я у тебя... Так, ладно, ещё приду. Долбоёб бруду взял, блядь, увидел там инвокера, блядь, взял бруду, у них, блядь, акс тимбер. Мне кажется, тимбер не особо проблема, а вот акс это пиздец. Илья. Ты скажи, почему ты не будешь больше с ним в пати играть? Акс тимбер контрин, не знал. Просто не хочу пати играть. Тут акс акс тимбер контр от бруду не знал, ну не знаю, типа смотря как бруда играет, типа если ну так то в этой игре по сути нет вообще контр пиков, типа если грамотно, если это акс медовый империй, да. Если тимбер медовый. Если грамотно играть, то, конечно, не контрит.
Так. Кстати, подпишись, друг, если не сложно. Тящей походкой. Не ебру, да, собаться не буду. Найс хилакс. Что сказать? Не, я бруда. Бруда, сабаться не буду, как знаешь. Мне и не надо, чтоб ты сабался. Типа я думал, ты зафоловишься. У тебя нет саба. У меня нет саба. Ну так что свапаемся. Здорово, братан, да. Свапаем. Сейчас я доиграю игру. Поиграю на твоем аккаунте. Блять, ты второй апнул, тварь. Блять, не трогай тебя. Пиздец, второй апнул. Гандон. Фикса не микро ПБ зрители появятся. Так, фикса не микро ПБ зрители появятся. Что не так с микро? Шипит иногда. Ну это из-за того, что хуй его знает, надо настраивать. Прямо вот в секунду, нахуй начинает назад отходить. Бля, нахуй он. Или притворяешься. Ладно. Блять, как чел на ПЛ, блять, там фидит 1x1, нахуй. Деле нехуй лезть вообще. Бля, не знаю, мне кажется, бруда изи может тимбера в миде выебать. Максон кверти. Максон кверти. Дай ту соло, ты ему все равно не поможешь. Посмотрим, типа, мы можем, в принципе, убивать. Да хватит, блять. Можешь его хукнуть, бездарь. Завали ебало свое, нахуй. Как эти его хукнул, под крипами ходят, блять. Всем идиот. Четвертый левел акс, найс. Слушай, идиот, блять, ебаный, сука. Ой, блять. Сейчас просто за руль. Потом хук. Да, что все, блядь? Сука. Блядь, что-то меня бесит, нахуй, эта атмосфера, блядь. Дай ПЛ соло, ты мне сегодня поможешь. Окей, Максон Кверти, а ты подписан или нет? Я что-то... Да за что? Ты же вроде подписывался. Ну, понятно. Да. Понятно. Турбо. Что такое турбо? Что это значит? Турбо, блядь. Чё ж, по идее, это должен быть? Дай башит. Почти.
Не, ну чел на бруде, типа. Мульт смотрел Турбо. Так вот я та улитка ДДЯ. Нет, я знаю этот мультик, но я его не смотрел. Да, да, загри, блядь. Батти даун. Блять, вот за что мне вот это вот напоили чудище, блядь. Правда, веселуха-то, блядь, какая. А. Мазер умер. Как это произошло, блядь? Ясно. Беги, Пудж, беги! Пудж, Слав, я из Германии прибыть. Ну, давай прокрутись в одного, давай, 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 давай. Сука. Не, у меня щека-то команда, блядь, это... И... Ладно, я там уже ничем не помогу, вообще ничем. Маны ноль. То, блядь. Помогите, блядь. Вирки джинки. Пэтин душит. Бля, он медальку не делает против Тимбера. Хотя, бля, хуй его знает, медалька maybe даже и не поможет с Тимбера. Слышь, Илья! Ясно, Илья просто решил съебаться нахуй отсюда. Происходит расстрел чата тут плюс в чат кто выжил. Тупо расстрел чата, да, парни? Давайте расстреливайте чат. Это, кстати, очень разумно. Дай смок. Я думал, ты мне дай смок. Я думаю, блять, а где ты нахуй? Ты на другом конце карты, я думаю, что тебе надо, блять. Рики, подойди. Ладно, игра нашлась, пошел катать, но напоследок. Давай, братан. Вот ты играешь, Гандон. Комментами в те когти. Все, давай, брат, пока. Что это такое? Почему? Нахуй, типа. Заметьте комменты, в тех, кто тебя любит, у меня есть все.
убейте его. Здорово, его дяпа, банного тоже. Сука, ебучая пичка. Тамин, что есть в моей экране. Опа, найс, книжечка. Инвокер Го, я блин, еще стоило. Подожди, на броде курочку, секунду. Просто... Бери, бери, брат. Парни, будет там на этого, блядь? Все тут. Красиво разъебал стримера, блядь. Короче, чел предложил аккаунтами свапнуться. Сейчас иду, 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 брат. Не пугай, не пугай, блядь. Пугай, пугай, давай, давай, блядь. Давай, давай. Доги, можешь просто уйти на своем ПДЖ отсюда и не мешать мне ничего делать. Спасибо. Нахуй, допустим. Руин, братан. Он должен спорт убрать. Маны бывают, понимаю. Ой. Критически. Маны, пруда месяц. Опа, минвокеры, минвокеры, блядь. Аккуратнее на пейле. Ты же умрёшь, прям просто прыгнешь. Да, непредсказуемо. Да, непредсказуемо. Не так не играй, нахуй ты вопишь, блядь, ты придурочный, блядь. Все, закрой бала, колхозник. Не общайся, Войс. Иди нахуй лес фарми, блядь, без ры. Ёбнем его, бруда. Ой, ну да, ой да, ой да, ой да, красиво. Припадочный, блядь, вопит, дебил, нахуй. Пыль на самом деле залупа. Я бегаю по харе. Блять, на лансере, ну и ёбка, конечно. Бывает же такое, блять, попадется за тебя, блять. Илья, понял, какую я новую разработку придумал? Украинских ученых. Я, короче, подключил всю старую хуйню, мышки, короче, блять, клавиатуру. Короче, у меня же телефон сломался, да?
И, короче, теперь просто ложусь на кровать, монитор как телевизор, у меня на кровати лежит мышка, клавиатура и наушники. Я просто... У меня борода штормов видит. Да, это жестко. Как ты это делаешь, чел на броде? Алкаш, я соболезную соседям. Сейчас Ира вызвала ментов, не знаю, Вань, я бегаю по краю. Что ж ты делаешь, блядь, тварь? Ёбаный в рот, нахуй. Ладно, ну как тут выиграть, ну как? Что это за хуйня? Ты мог спасти. Кукнув Окса. А, вроде там твои пауки блочили. Жал, у тебя тоже замочек как поджал. Нет. Ну окей, туда ошибку. Да не знаю, блядь, ты типа нормально играешь, вроде, ну типа этот пик бруды, блядь. Не знаю, ты на ласт пик брал или нет, я что-то забыл, блядь, короче. Типа, блядь, не могло же там просто так появиться Акс, Тимбер, блядь. Такой кал, блядь. Ну, не идиот на ПЛ, блядь, ну типа. Че за. Ну хоть финиш на ПЛ по тебе. Возьми ДД. Рики, возьми ты с диффузами. Акс, нахуй. Там у Акса, блядь, уже обратка, наверное. Аккуратно, Акс, 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 сзади. Парни, хавают. Ладно, поебать. Хорош, чем у Лансера, блядь, хорош. Ой, блядь. Ой, просто бывает же такое, блядь, я сегодня выиграл столько игр, блядь. Короткая хуйня. Опять сдохнуть в самом лансере, блядь, ну... Ну я не знаю, мы не вы, ничего вообще не можем, пиздец. Вообще. Удачи его прерти. Вот и все. Вот и поиграли. Ой, блядь, 19 минут чел шмотки разобрал, не зря.
стыка. Ты 2-8. И что? Что я 2-8? И то, что ты юзлес. А ты не юзлес? Из-за твоей бруды, А говорил, что я долбоёб. В смысле, что ты долбоёб? Ахахаха. Я не говорил, что ты долбоёб, это первое. Второе, я сказал, я даже не знаю, умеешь ты играть на бруде или нет. От тебя какой импакт? Сказал. Ну да, да. Сказал, что ты долбоёб. Я мид выиграл. Хорош, выиграл мид на бруде. Хорош. А дальше что у нас? Теперь ак 6 слотов ебет. А вы 2 линии вхебали. Да, въебали 2 линии. Жестко. Ну ты спросил, не юзлес ли я. Ну, ладно. Реакция, блядь. 2-26, я 11 минут люблю скрытый пул. Я что могу сделать, чё, блядь? Кэрри разбил шмотки, а. Я сегодня весь день на этом пудже ебаном выигрываю. Ну что я могу сделать, он просто взял, разбил шмотки. И специально фидел Акса. В общем, я тебе помог мид выиграть вместе с Рики. Раз из игры загнался. Это жестко. Видишь, если кофе, то посмотрю. Какой смысл? А ты хочешь, чтоб я в скрытом пуле играл? На-на-на. Хотя... Я тоже в нём играю, смотри. Лансер с сапогом, блять. Без того, чтобы репорт получил.
Мы его минут 10 ждали. Маша Путина, у тебя родственница Путина в друзьях. Маша Путина, у тебя родственница Путина в друзьях. Какая Маша Путина, блядь? Это, блядь, админша нахуй этого, блядь, главный модератор этого Мипа Назара. Какая нахуй родственница Путина, блядь? Сейчас бы, конечно, блять, родственницу Путина в друзьях иметь. Да, это жестко. Тебя тоже снесли уже? Тебя тоже снесли, брат. Бывает. Бегаю пахари. Ебаные твари, которые бруду берут. Немного.
Ну это скрытый пул, не, точно скрытый пул, блядь. В очко нахуй. Ну плиз, ну хоть раз больше 50. Блять, ну да, 16 ОФК нахуй. И хардлейн мипа, ну да. По-любому опять буду возьмет долбоёбска. Лайфстайл молодой алкаш. Соболезную, что сегодня много. Этот дом сегодня наш. Трушит на моей квартире сейчас. Тётя Ира вызвала ментов. Тейчес. Сука. Я кидаю деньги, вам не столько приборать. Мама, я не знаю, где мы бегаем по кэше. Наступаю телек, парень. Паджик слабый лайнер, поэтому ПТС ты не поднимаешь быстро. Всех я захочу поднять ПТС, я их подниму. Я хочу на Пудже играть. Или на миде. Как-то видишь, ролевую брали. И мид мне не дают, поэтому я играю на Пудже. Ну вот, видишь, просто бруду берет. Фу, блядь, как же заебали, пидорасы. Видишь, блять, он Урсу умеет взял. Стро даже не... Ой, ладно, короче. Уж менталитет не клёв. Тичес и Бруда классика 4 копейки паба. Ну да, Тичес и Бруда в одной команде, это сильно. У меня игр с такой комбой. Игр 100 с такой комбой? Да это жестко, брат. Это жесткий хуй. Да, и антимаг еще. Да, антимаг тут явно неплох. Да, вейп. Ты только сейчас заметил. Уже, наверное, литров, блядь, 20 жижи спарил, блядь, ты только сейчас заметил. У меня тоже есть. Гашишным маслом заправляю тупо кайф. Гашишным маслом заправляешь? Что я тебе могу сказать? Хорош. ЛФК Гдёк Идж. Дай номер свой. Не то где надо. А, ну. Охуенно, да, почти не спалился, конечно, блядь. То, что мне тоже нужно гашишное масло, блядь, твое. Да, конечно, блядь, охуенная озвучка. Даже когда я пишу, она озвучивает, блядь. Чётко. Смотря из какого ты города. Из Санкт-Петербурга. Так-то, Илья, гашишное масло, это ж охуенно. А чё, хуёво? Ой, какие же вы пездари на своих пуджах и гримстроуках. Когда их не берите, спасибо. Слышь, Илья. Чё тебе надо? Гашишное масло. Блядь, блядь, гашишное масло.
Сейчас бы в Питере наркоты не мог достать. Да. В Санкт-Петербурге наркотики достать не могу. Ты все это время не услышал, правда? У Ильи горит. Мне это не надо. У Ильи постоянно горит. Не знаю, я наркотики на жизнь не пробовал, не хочу. Ссылку кинуть. Ссылку на что? Да я рофлю, брат. Нахуй мне надо. Ну и так шестерочка никотина на бокс моде устраивает полностью. Без гашишного масла. Здорово, Педрилыч. Здорово, Димон. Сам ты, Педрилыч. Ну пошли, пошли, глядь. Шлите. Как дело? Нормально у тебя как? Сижу, играю. Сейчас спать пойду уже скоро. Нормас, теперь температура у меня. Хорош, Дима, температура это жестко. Что изи фуфа? Ха-ха-х. Температура это жестко, Лимон. Кстати, вот мой номер, если что, набирай +7 148 82 28. Спасибо, брат. Еще наберу. Чем жалко, что ли, набрать хорошему человеку, блядь. И в ГЦБП. На связи. На связи, все понял, братан. Связи, так на связи, проблем. Я только за, чтобы с тобой на связи быть.
ты, ну где ты мне предлагаешь стоять, блядь? Ебаный в рот, нахуй. Здесь я не могу стоять, там я не могу стоять. Тут нельзя стоять, там нельзя, блядь, чё эти хуже, он четвертый лава, блядь. Стоит, блядь, как долбоёб, нахуй. Серьезно? Ладно, я не мог добежать, я под замедлом был, чтобы ее ударить. В чем твоя проблема, Медуза? Красиво, брат. Если там, короче, бруда на full free fire. Ебать, ты месишь. Ну да. Месю. Кстати, подвинь табличку с твоим ВК и донатом, а то счет не видно. Я ее могу меньше сделать, да. Без проблем. Только последний. Сколько же, блядь, можно было героев взять против бруды в мид?
Сейчас знаешь, сейчас будет способность. Несет просто, блять, хуй на врескинге. Эти все и закончатся, блять. Я пойду спать. Прям не сильно. Почти одна игра оставалась, да, блять. Постей на второго. Начало слишком. Ебаный в рот. Как? Вот как этим можно было не попасть? Пизда. Так, приезжай, курица, возьму бус.
ну какого хуя? Я схаваю, подойдите. Бруду. Да завали ты ебало свою нахуй, ну все животное бездарное. Учись играй, нахуй. У нас
Снорси какой-то идиот. Киньте репорт ему, пожалуйста. Когда ты уже видишь, что у противника на миде бруда, взять урсу, просто скажите, что вот, типа, проебать мид ноль. Хуен. Давай убьем. Я даже не понимаю, чел в ноль мид проебал. И рот открывает. Бывает. Репортер, су, парни, пожалуйста, спасибо за игру.